Всем добрый день, мои дорогие друзья. Я не ошибся каналом. Да, на самом деле я решил опубликовать свое видео именно здесь, потому что речь сегодня пойдет именно о канале Карлсон ТВ и о его, наверное, дальнейшей судьбе. Видео достаточно кустарное. Я к нему никак не подготовился, никакой текст не набросал. Я и так был достаточно косноязычен. А в этом видео, ну, готовьтесь к заминкам, к обрезкам, к чвякам, вякам и ко всему тому прочему. Но дело вот в чем. Друзья, сегодня я получил страйк от медиасети Такера Карлсона, Такер Карлсон Нетворк. Возможно, это только начало каких-то карательных мероприятий с его стороны. Возможно, они велись уже давно, просто я по счастливой случайности в эти мероприятия не попадал. Но, тем не менее, нужно что-то решать, как-то на это реагировать. И, друзья, ну, скорее всего, я буду вынужден как-то ограничить свою деятельность на канале, на YouTube-канале Карлсон ТВ. Это, конечно, не значит, что работа будет прервана, работа будет продолжаться в том же духе, с тем же темпом. Но что касается YouTube-канала, то видео Такера Карлсона выкладываться уже не будут. Они будут выкладываться на других площадках, это Дзен и ВКонтакте. YouTube-канал в любом случае продолжит свое существование, только там будет уже публиковаться не Такер Карлсон, а другие ведущие, это Джимми Дор, Гленн Бек, Бенни Джонсон, ну и прочие уже известные, думаю, уже всем полюбившиеся персонажи. Прилетел страйк за видео, которое опубликовано Такером Карлсоном задолго до появления его медиасети. То есть это видео есть в свободном доступе в Твиттере, исходник этого видео есть в свободном доступе в Твиттере. Но тем не менее, его команда все равно решила наложить какие-то ограничения на это видео. Поэтому, наверное, самым правильным решением будет ограничить доступ, ко всем видео Такера Карлсона, начиная с апреля месяца, когда он покинул Fox. Я, наверное, не буду играть судьбой и как-то, не знаю, закрывать на это глаза, потому что если я не прибегну к каким-то радикальным мерам, то моего канала вообще не будет существовать. На самом деле все это ожидаемо. Я получил эту новость уже достаточно, ну, знаете, так скажем, морально подготовленным, потому что все мы помним канал «Река перемен», все мы помним Пучкова, хотя там, может быть, и не вопрос был в авторских правах, но, тем не менее, скажем так, тенденция, она имеет место. Разумеется, я напишу письмо команде Такера Карлсона, но сомневаюсь, что они вообще его прочитают. Но в любом случае, пока они на него отвечают, я получу второй страйк, третий страйк, и в итоге уже, ну, они ответят на пустое поле. В любом случае, это, наверное, не причина отписываться от YouTube-канала, потому что видео с Такером Карлсоном на других платформах, они будут моментально ретранслироваться в виде ссылок. Новых выпусков с Такером Карлсоном вы не пропустите. Но в заключение хочу сказать, что это жизнь, это реальность. Ну, ничто не вечно. Всегда будут происходить какие-то перемены, и время перемен настало и для этого канала. Причем перемена далеко не первая и далеко не последняя. Так что оставайтесь на связи, подписывайтесь на другие каналы, продолжаем работать. Единственное, что, конечно, не очень это вовремя, потому что я сейчас, как вы видите, нахожусь далеко не в самом замечательном, потрясающем, волшебном и чудном городе Белоярске. Я сейчас нахожусь в городе Героя Ленинграде. Поэтому мне сейчас вообще не до видосов, не до переводов, не до озвучки. Я занимаюсь этим очень ограниченное количество часов. И мне вот сейчас вот вообще не до страйков. Ну, как-то будем выкручиваться, друзья. Все, ладно, всего хорошего. До свидания. Скоро увидимся.